Карен, Джейк, я не знаю, сколько еще я смогу сохранять рассудок. Я чувствую, что болен. Говорят, что первый симптом — это жар, и я обливаюсь потом. Свет ламп режет мне глаза. Мы добрались до тюрьмы. Думали, там безопасно. Но инфекция распространилась повсюду. В тюрьме еще остались выжившие. Но на нас напали, прежде чем мы добрались до них. Вы представляете, у того, кто меня укусил, не было полголовы, половины зубов. И он укусил меня. Но я им показал. Воткнул мачете прямо в горло. Хорошо, никто не видел, как он меня тяпнул. И рука вскрывает рану. Но она гноится. И эта дрянь медленно растекается по моим жилам. Но никто не должен знать.